Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор посетил столицу Республики Адыгея. Архипастырь возглавил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Майкопа. Визит владыки стал большим праздником для прихожан собора, ведь более 25 лет назад он возглавлял кафедру, в состав которой входил и Свято-Троицкий собор. В этот торжественный день владыки в богослужении сослужили архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон, духовенство Кубани и Адыгеи. От всей души, от всего сердца благодарю владыку Тихона за приглашение прибыть вам в стольный град, ваш Майкоп, и вместе с вами помолиться. Неоднократно владыка меня приглашал, очень имел большое желание, но всякие были препятствия. Но вот сегодня Господь сподобил меня прибыть к ваш замечательный, ну, прекрасный собор. Очень изменилось все после того, как я здесь когда-то служил. Архиепископ Тихон, в свою очередь, поблагодарил владыку Исидора за визит. Многие сегодня пришли, памятуя о том моменте, когда вы были правящим архиереем и в Адыгее. Длительный срок, и вас помнят, любят, как заботящегося, доброго пастыря. У нас и в епархии, и здесь, в кафедральном соборе, отмечены в изображениях фотографических все преосвященные, которые были здесь. Вы возглавляете череду святительского служения в Адыгее, как самостоятельной кафедре. Для нас всех, жителей города Майкопа, Адыгеи, очень важно ваше благословение. И ваше присутствие, владыка, это в действительности как глоток свежего воздуха. Я благодарю от всего сердца, приглашаю, когда будет у вас желание, возможность, всегда милости просим. Двери не только храма, но наших сердец и душ всегда открыты. Анахиня Таисия Оставчук также поблагодарила владыку за визит и пригласила его посетить Спасо-Иверское подворье Майкопа. И духовенство, и народ. И я тоже желаю вам многое лето и здоровья. Спасибо, Господи. Мы очень рады, владыка, и ждем их к нам. Божественная литургия завершилась, но теплые воспоминания о ней останутся надолго. Оксана Ковтун, Николай Ковтун, Республика Адыгея, город Майкоп.